сфера применения беспилотных летательных аппаратов на текущий момент и в ближайшей перспективе. Периметральный облет территории, регулярный облет охраняемой территории, не включая света, находясь неосвещенным и используя которыми оснащены дроны, позволяют обнаруживать людей по их тепловому следу даже в условиях плохой видимости. Ну, например, там густой лес, ночь, туман, например, да, вот обратите внимание, тоже аспекты. Не всегда собаки, кстати говоря, справляются, помогают МЧСникам. Держите открытым окно, сейчас дрон принесет вам посылку, да, в форточку этот дрон, да. Конечно, здесь пока еще многое остается из области футуризма, но так функцию почтового голубя дрон выполнит, да, то есть на значительное расстояние. Ну, вы уже видите, да, то есть, в принципе, БПЛА задачу шпионажа